Все. Погнали. Да, то правда. А состояние персонажа? Замок Лотрик стоит там, где сходятся земли повелителей пепла. Сюжет какой-то ёбнутый по-любому, да? Ты вообще за сюжетом следишь? Да, покоряя север, пилигримы узнали, что старые сказания не лгут. Волтер. Огонь гаснет. И повелители покидают свои троны. Ну я сейчас практически ничего не... Я прослушал все, что он сказал, но поебать, да? Я бы за бомжа не буду играть. Когда огонь под угрозой. Очень громко игра. Звонит колокол. Поднимая повелитель пепла. Свернуть не могу игру. Олдрик. Покровитель глубин. Блять, мне уже страшно что-то. Как будто вот этот чел, я его не убью. Да, у меня реально там показывают кнопки с Xbox, меня это бесит. Легион нежити Фарона, хранители бездны. Меня реально морозит аж. Не-не, я смотрю до конца. Не, синематик красивый. И мрачный повелитель из оскверненной столицы. Бля, какой. Гигант Йорн. Из-за того, что игра громкая, даже мем, блядь, слышно не было. Но все иначе. Я не могу потише сделать сейчас. Повелители оставят свои троны. И не горящие восстанут. Как я сейчас сделаю? Пройдет эта хрень? Я настройки не могу шагнуть. Безымянная, проклятая нежить. Даже альтабнуться не могу. Недостойная стать пеплом. Истина. Не горящие всегда ищут угли. Кого пересмотреть? Я хоть и нихуя тут не понял. А что у меня будет что-то вот? Тут нельзя, да, этот? Я буду Иван. Мужской, я хочу за женщину играть? Нет. В смысле, вы хотите сказать, что же. Ладно. Война, я хочу за женщину, если играть. А если я хочу за женщину играть, у меня меньше будет. А ну, давай вот почекаем. 9, 12, 10. Так же самое, не? Возраст. Нет, давай юную женщину. Класс. Я не буду за нищую играть, сразу говорю, вообще нет. Прям 100% нет. Прям 100% нет. Ну, кстати, тогда женщину за женщину выгоняем. А, ну рыцарь как будто это супер дефолт, да? Наемник это что? Что у меня за оружие вообще у наемника? Я там даже не вижу. А, тут статы, кстати, показывают вам. Интеллект. То есть у рыцаря интеллекта меньше, чем у наемника, если что. Поняли, да? Тут вообще 8 у воина. Вор. У вора интеллект такой же, как у наемника, это бред. У вора интеллект должен быть 12 минимум вообще. Нереалистично. Так, убийца. Убийца 11 интеллекта, ладно. Чародей 16.
Пироман. Не, ну я не буду за этих магов играть. Короче, я бы, наверное, воина бы пикнул. А что значит уровень вот это вот? Какой галатсаранец вот это? А я даже не вижу, что это за оружие. Тут копье какое-то. Я не хочу копьем. Я вообще хотел бы либо топором хуяриться, либо мечом. Но как будто меч это слишком... Так, синхронно, благодаря тяжелый боевой топор. Блин, а тяжелый боевой топор, это значит будет долгая атака, да? Это плохо. Но тут больше хп у тебя будет, типа. Блин, а я не думал, что мне так тяжело будет в начале. Рыцарь, это прям дефолт. Пизду, я беру воина, мне не ебет вообще. Что случилось? Повышает общее количество... Ну, как будто здоровье ебать как важно. Так, полностью остальное здоровье снимает отрицательные эффекты. Эффекты, черная огненная бомба. Угу. Души. Короче, я беру просто кольцо жизни, меня не ебет вообще. Прям настройка. Да, алло, тут... у тебя 40 минут настройки были, а у меня 5 секунд. О. Простолюдинка. А можно как-нибудь камеру поднять, пожалуйста? О. Пец. Не, ладно. Короче, я вот это вот поставлю. Телосложение. Ох, ё-моё. Это просто стройное тело. А звука не будет, ладно. Не, ну это я не буду, наверное, настраивать. Потому что я это в игре видеть почти не буду. Видишь, мне нужно нажать ПКМ, блядь, и назад. Это что за кринж вообще? Завершится здание, да. Я буду играть за нее. Не, неправда, полтора часа не было такого. Пожалуйста, пусть будет управление понятное и... И да. Кстати, это уже на движке игры как будто... Понимать, нет? Ледяному, но я его буду честно побеждать, я не буду его в баги загонять. Я не думаю, что он прям сложный, я думаю, что 3-3 это максимум еще. Но я не буду. Это реально, кстати, игра уже, если что. Малю, 60 FPS стабильно, ебать, а можно... Концу поменьше. Как будто 2 вообще надо сделать. Че, мне реально один надо сенсу делать? Охуеть. Я первый раз сенсу делаю один. А смотри, как отзывчивался, а? Здорово, Гальда. Ебать, Гальда. Ну вот что значит А, блять? Может мне, блин, мне геймпад, может отключать надо? Блин, он, или оно по дефолту всегда показывает геймпад? Enter? Нет, F. F это щит убрать. Е. Управление камерой. Ну это я знаю. Обычная атака. Вот это. Большая атака на НЛКМ, да? А нет, это... О, кстати, удобно. Щит. Шифтом, наверное, сильная атака. Да. Так это для казуалов настройки сохранить. Ладно. Так, захват, заброс цель. Но это, наверное, да, средняя кнопка мыши, как в этом... О, фигово, что они ваншотятся вначале. Так, шаг назад, перекат. Ну, перекат, наверное, на пробел. Ну да. Так, тут чё? Так, не, сейчас будет. Будет все.
Тут как в Секиро залупа вот это вот, смотри, у меня рука не на мышке. Я бегу влево, у меня камера сама поворачивается. Это ебать как неудобно. Чисто для геймпадера сделали. Интересно, сколько щит вообще защищает? Не понял, а что ты соси хуй мне написал? Даже забанили это. Они пока ваншотятся, это такое. Душа. Ляга. Подожди, хилится, да, вот, давай лучше настроить по сырю управления. Игра с клавиатуры. Угу. Так, наклон это хрень. Чё, какие стрелочки? Смена оружия в правой руке. У меня нет стрелочек. А, колесико мыши вверх, вниз, понял все. И шифтом, но так в первом Dark Souls что-то такое же было. Сильная атака кон. А shift плюс этот, ПКМ, да? ПКМ? Shift плюс ПКМ, я думал shift плюс ЛКМ. Так, использование предмета R. Взаимодействие E, двуручное оружие F. Ничего мне не дало. Но блок это у меня пока. А у меня души сразу с него забираются или мне нужно забирать их? Но пока все ли очень легко. Самая легкая игра пока что играл. Я специально так пробежал, чтобы двоих одним ударом убить. А вот это вот, ну... Но чуть-чуть защищает. Ну, типа с шифтом зажатым. А, это вот это вот. А, может просто зажать? Нет, ну смотри, вот шифтом нажимаю. Шифтом ЛКМ. Если чё. Мне не нравится то, что у меня разрыв изображения идет. Типа это на стриме не видно, но у меня это есть. Мне нужно что-то типа вертикальной синхронизации. Вот я когда кручу камеру, у меня разъезжается изображение. Ладно, это нужно в винде, походу, ставить. Не в винде, а в инвиде. Подожди, а тут же босс должен быть, не? Ну да-да-да, он где-то, я его прошел. Вот там он, да. Ну вот тут я... Но я его не буду сюда гнать. Блин, я смогу, если что. Подожди, а как похилиться еще раз? Я забыл. Смена заклинания, смена быстрого... Так. А, использовать предмет там было, наверное. Может, оно, это оно? Наверное, наверное. Чего там написано? Поворачивайте назад. И за что? Ой, я надеюсь, что все нормально пройдет с этим типом. Я в атаке не знаю пока. Я сейчас на shift пытался увернуться. О боже мой. Ну надо атаки выучить, с первого раза там Unreal пройти. Боже, я опять на shift пытаюсь... Подожди, а почему я на shift пытаюсь уклониться? Из-за Геншина, что ли? У меня последняя хилка. Тихо, не-не-не, я слишком наглею, нельзя так...
Ну я жал пробел. А у меня щит тупа вибрирует, он надо куда-то на пол положить. Этот пол вибрирует. Ура, первая смерть. Плюсик. Ай-яй-яй, да, будет. Легче. Нет, я просто сильный. Не, я... Что это? А, тут с самого начала идти. Вот это, конечно, такое. Лучше, наверное, пойти с костру, да, там сохраниться, наверное. Этот, я на shift пытался уклониться из-за Геншина. Раза три, наверное. Я его убил. Так, а тут душа... Что я забирал? Ага, не спавнится заново. Не, ну естественно топор лучше палки, но, ну блин, ну ты что потом нормальное оружие нашел? Просто поначалу тебе тяжелее было. Это, ну, это факт, я спорить не буду. А, так оно на рандоме, оно может упасть, душа может не упасть, типа. Я понял. А, парирование? Типа, можно последний раз... Парирование здесь есть, я понял. А ну да, пробуем. Но это не парирование, это у меня какая-то была. Ну, я не знаю, может быть, я на каком-то самом имбовом билде. Что, пинок? Типа... А как, подожди, а как-то... А как пинок мне делать? Давай настройку посмотрим. У меня пинка нету, прикинь. Я хочу пинок тоже делать. Ладно. Батя, потому что я от него получу. Так, это вот туда мне надо, но я сейчас сначала пойду сохранюсь. Потому что лучше я два крипа буду убивать по дороге, чем 10. А, понял, спасибо большое. Давай, вошли и вышли. Приключение на 20 минут. 6 дней спустя. Да, да. Не-не, мне кажется, блин, я хочу хотя бы сегодня вот этого босса победить, которого... Который где-то вот там его бил. Вот я хочу хотя бы с него начать. Ну, часть послания. Все, я зажег его и все, да? То есть, ну, ничего там жать же не надо. Я бы поиграл в бункер, но не сегодня. Вообще я бы, ну, кайфом. Мне нравится. Я тут рассказал то, что мне он нравится, но почему я в него не играл долгое время, но тебя не было. Катану выбил. Ну чё, все, смотри, с первого трава побеждаю на изи вообще. Я просто из-за Геншина, блядь, на shift пытаюсь уклоняться, а не на пробел. Но с рандомами фу, это факт. Ну иди сюда, мудила. А боже мой, может мне камера сфокусироваться на нем? Ну, обнаглел, реально обнаглел. Наверное, надо с ПКМом ходить постоянно. У меня как-то зацепило, я лучше выпью. Нет-нет, а чё ты тут? Он туда же, куда и я, блядь, почему-то шагнул. В этом мразь. Вот я опять третий раз зачем-то ударил. Ой, ну ладно. Я должен был два раза ударить и перекатиться вправо. Сука. Лень на бункер? Понял. Да не, ну бункер прикольно. Там просто, знаешь, ты будешь тильте сидеть, если тебе карта говно выпадет, то тебе нужно как-то выкручиваться. А если чисто такая обычная средняя карта, то нормально. Ты можешь ее как-то споднести нормально.
Короче, нужно два удара делать и потом перекатываться. Философ. Не, там, кстати, ну, несложные правила. Там главное знать, что... Все, два удара, я отхожу. А, у меня сам чел третий раз бьет, слышишь? Я не виноват. Я клянусь, я два раза бью, я даже руку поднял. У меня чел сам три раза бьет, я вообще не виноват. Найс, блядь. Походу, реально придется геймпад регать или что? Бля, походу, его надо было бить вот. Вот я один раз ударил и сразу перекатился, он два раза, видишь, ударяет. Вот, я не бил сейчас, я не бил три раза. Успею? Блять. Ну это абсурд. Блин, а почему он так бьет? Давай попробуй на геймпаде. Здорово. Я пробую на геймпаде. Он реально у меня, я жму два раза. Это нос, здорово. Я жму два раза, а он у меня третий раз зачем-то бьет. То есть, ну это же, блядь, абсурд какой-то. Не должно быть. Ё-моё. Блин, ну сенса, кстати, маленькая с геймпада. А, так подожди, это если я сейчас поменяю тут? Автозахваты. Автозахват, что значит? Прицеливаться вручную, вибрация. А, вибрацию можно отрубить было просто и все. А вот скорость камеры. Сейчас попробуем на геймпаде. Погоди. Угу. Не, я не смогу на геймпаде, алло, блять. Мне неудобно. Так нет, так я ж не по своей вине умираю. У меня чел бьет, когда не нужно бить. Посмотри, вот я зажимаю кнопку, он один раз бьет. Два раза бьет, смотри. Отпускаю, и он сам третий раз забивает, ты видишь? То есть мне нужно, блядь, поймать какой-то тайминг. Вот это, кстати, плохо. Мне нужно просто привыкнуть, в какой момент мне отпускать, блядь, кнопку еще раньше, блядь, даже когда второй удар не прошел. Это шап, ну, бред. Ну, я же тебе показывал, смотри. Он бьет третий раз сам. Я не виноват. Не-не, я не стал совершенно нормально. А что вот это? Мне нужно опускать кнопку, когда первый удар только завершился. Я не знаю, как-то так, походу. Вот, все. Сейчас, ладно, регнул. Да, еще когда далеко отходишь, он таргет спадает.
Ой. Ладно, не жадничать. Нормально, нормально. Чё играешь? Чё? Ну вот, вот тут говорю, тут какая-то странная тема. Вот, ну вот реально, смотри, я бью. И у меня чел... Ну вот сейчас я вовремя отжал. Вот смотри, я бью, бью. Ладно, сейчас нормально. Это чё, рандомно как-то работает или чё? Я не понимаю. Ну, оно реально, третий удар иногда сам, типа, идет. Ну что, получается, сейчас надо почилить на костре и сразу на того босса идти. Но после него я практически не смотрел, если что, у тебя стрим. Поэтому я не знаю, куда идти. А есть такое ощущение, как будто я с фонариком хожу? Блин. Не? Почему так? Чего, блять? Нет, нет, нельзя. Какой на вы? Никому нельзя со мной на вы общаться. Души не упали? Объясняю, план был того ударить, сразу на того развернуться. Влево не легло просто. Не, это хуёвый трай, мне нужно... Мне нужно идти опять на костер и опять их убивать. Не, план не такой вообще был. Чё? План вообще не тот был. Ну вот опять. Ну я пока не знаю, просто у меня атаки насколько далеко бьет. Чем промазал? Вот тут норм. Тоже как будто сквозь него ударил. Ну ладно, один удар — это хуйня пока. Нормально, нормально. Ну я не знаю, типа, как мне вот так сделать тут. Батя обосрался. Мне, видимо, нужно было атаку сверху сделать. Да я не могу так чекать. У меня игра не сворачивается нормально. Для чего ты гачек? Чтобы что? На телефоне могу чекнуть. Я надеюсь, там не хуйня какая-то. Угу. Смотри, если ты меня сейчас отвлек по хуйне. Бля, я... На чем ты мне напомнил? А что, типа, ну, что мне на это ответить? Здорово, принц. Тяжело. Ну все, это если что, босс. Это если что, босс. Но тут я точно буду умирать много раз. Нельзя так, ладно. А! Блять, я вот так и не знаю вообще. Я буквально у тебя несколько трав только с ним посмотрел. Охуеть у тебя атака. Давай, дура. Ну мне атаки надо знать, я не понимаю, как он бьет, ну а чего мне уворачиваться?
в этом моменте мне нужно в идеально в тайминг, получается, когда он вот эту вот атаку делает, мне нужно идеально подкатиться под эту атаку. Ладно. Чё, закибербулили тебя, да? Ну я не знаю, выключи компьютер, хз, иди нахуй отсюда, давай. Да не, нормально, это нормально, когда ты первый раз умираешь от типов вот таких. Нормально. Я думаю, что я попытки до 15-й точно буду умирать. Бля. Ну пока нормально. Реально низкого душ не падают. Блин, а как мне вот туда вот реально перекат сделать? Во время рывка прыжок. Не понял. Не, это хуйня какая-то. Игра такая себе. Ой. Я забыл про него. Сука. Ладно. Так это, ну, фишка этой игры, что просто изучаешь босса, а потом его убиваешь. А, подожди, так можно было по той стороне пойти? Иди сюда, давай. Вот я опять не знал, дальность атаки не знаю. И бью. Реально можно было так просто пройти. Я напомню, что в первой части Dark Souls обычные скелеты, и нужно было 20 раз ударить. Вот так. О. Да, 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 конечно. Блять, а сейчас его ФКшного не попиздить. Вот еще раз, давай. Тут просто откат. Ударит разочек. Дальше. Ой. Тут просто отпрыгну. Бля, он сразу так делает. Вот, вот. Ладно, это. А, может просто далеко от него отпрыгивать и все. Короче, я буду просто, когда он будет крутиться, я буду просто назад отпрыгивать. Ну, вот тут он просто на префи бьет, типа, я не знаю, что делать. Потому что, блядь. Вот, он на префи бьет. Я отпрыгиваю, он бьет туда, куда я прыгаю. Понял? Вот эту я вблизи не знаю, как атаку мне вообще. Че, мне еще урон нанес, блядь, когда превращался? Вот эти души я подниму, мне дадут что-нибудь за это? А, это потерянные от моей смерти, видимо. Да все, уйди, уйди, уйди. Можно камеру так не поднимать, если пора, да? Мне очень высоко камеру подогнет у меня, это песня. Тихо, нет. Ну а когда, блядь, да? Нет. Один удар не оставался. Чё пиздишь? Ну, он как-то странно, он себе зачем-то 100 этих, как сказать, 100 смертей прибавил после первого стрима. Надо было считать прям четко. Ну чё?
Он во второй фазе, кстати, очень легкий. Я думал, сложнее. Блин, как мне вот эту штуку, как мне с ПК, может быть, шифтом как-то, я не знаю, как мне запрыгнуть, блин? То есть тут именно запрыгнуть надо, а не просто это. Подожди, атака в падении. Ну, мне кажется, я не атаку в падении сделал какую-то хуйню. Как-то я убил, типа. Бля, прикинь, если бы... Сука, ай. Короче, нужно просто дальше от него держаться. Ну, блин, в моменте... А, кстати, возможно, я понял. Возможно, мне просто повезло, поэтому не понял. Вот это что за атака вообще? Нормальная была? Честная? Наглею. Короче, не знаю, возможно, я гений, сейчас я понял это, но есть такое ощущение, что сейчас скажу, что имею в виду. Надо. Вот это вот что за атака вообще не видел я. Как будто в этой стадии можно три удара делать, но подходить. Ну ладно, ты бомжом был, поэтому тебе тяжелее. Короче, рассказываю. Из-за того, что у него копье в правой руке. Кстати, это вообще на самом деле плюс к игре. У него копье в правой руке, а я пытался, получается, от правой руки. Как тебе объяснить? Вот рука, вот у него в этой руке копье. Я пытался в эту сторону в эту сторону мансить. А сейчас я мансил в другую сторону. Ему тяжелее было, понял? Не-не-не-не-не, какой нищий это, когда ты уже прошаренный игрок. А это костер просто? А меча у меня нет. Как инвентарь вообще? Открыть. Снаряжение. А у меня реально нету. Я думал, я подобрал с него топор какой-то. Ну не топор, а этот. Нормально. Аким, я вас приветствую. Здравствуйте. Не знаю, может я какой-то имбобил взял. Друзья, во-первых, потерянные души. Сколько, блядь, сколько? Подожди, я могу отдохнуть, да, чтобы восстановить фляжку? Да я не... Да я пока так осматриваю. Но у меня только сюда остается идти. Кстати, она такая коридорная довольно игра. Это хорошо. Я думал, будет более открытая и будет тяжело. Кстати, у меня реально запись идет 10 кбит рейта, и в принципе игра не лагает. Хотя занимает CP 15 плюс процентов OBS. Открыть меню. Ну что, сломанный меч я нашел? Где он? У меня его нету даже. Слушай, это что? Это... А, ну надето. Пизду. Пойдем. Пока не знаю, значит, зачем он мне, да? Не, кстати, на мыши нормально играть. Надо просто привыкнуть. Тихо. Это типа, видимо, с двух палок этот, умер, или потому что я по двоим разделился. А что, я типа всегда буду вот в таком скине горячем? Это
Это ж не босс. Я вот с этого момента вообще, я у тебя ушел со стрима, я не знаю, что тут. Ох, ё-моё. Но он же человек, он же не будет меня бить. А, еще один очнулся от бесконечного сна смерти. Кстати, хочу сказать... Ты не в одиночестве. Мы не горящие, жалкие существа. Сейчас скажу. Да, интересную тему. Умереть не можем. Меня это выводит из себя. И они хотят, чтобы мы искали повелителей пепла и возвращали их на заплесневелые троны. Но мы говорим об истинных легендах. Я не знаю, кто это. О тех, кому хватило мужества зажечь огонь. Мы не достойны им даже пятки лизать. Рухнуть. Ты так не думаешь? Блять, я боюсь, вдруг я его убил. Короче, я хотел сказать, что я звук не... Ну, в синематике было очень громко, я сказал, что я звук тише сделаю. И когда началась, звук стал нормальный. Я его тише не делал, если что. Такая женщина красивая. Добро пожаловать к костру, Пепел. Я хранительница огня. Не-не, я не буду бить, я добрич. Мой долг — беречь пламя. Я помню видос папича, где он какого-то типа случайно убил, а он... Я боюсь теперь убивать тут. И их нужно вернуть. Поэтому... Ну, поэтому я не за сюжет играю в игру, поэтому... Хорошо. Тут нельзя помолиться. Ну, я вот этого не понял, кстати. Мне реально пеплом назвали. Так, мне сюда? Но для меня самый большой минус этих соусов ебаных, то, что у тебя нету цели. У тебя, ну, вот справа, смотрите, вверху. Сколько можно места? Напишите. Пройдите, блядь, в локацию жопа. Самого лучшего? А, ты имеешь в виду Добрича? А куда я вообще пришел? Чё я хожу как дурак? За хуйня. О, ты тут был, кстати. На прошлом сезоне я видел. Что ж, ты здесь недавно, как я погляжу. Голос Доминика Торетто. Я Андре. Служу здесь при храме. Скромный кузнец. Кую оружие. А я не буду давать, я добрый. Повелителей пепла, я прав. Путешествие будет трудным, и тебе понадобится хорошее оружие. Позволь мне сделать для тебя кое-какое. О, он оружие. Мне на халяву сделает? Я ведь кузнец. А у меня еще так топор нормально. Предназначение. Укрепить, закалить, починить. Почти починить нужно. А мне ничего чинить не надо. Укрепить флягу с эстусом. Так, укрепить снаряжение. Так. Расход ОК, блядь, что такое ОК? Сорок пять физурон, тут 40. Подожди, на что надо посмотреть? Надо посмотреть на ДПС. Где тут атаки в секунду? Прочность. Физически 45. Расход, вес. Ну, ОК, может, это стамина имеется в виду, расход. А, может, он какой-то имбовый поначалу, его надо починить. Ну, посмотри, у него расход чуть-чуть меньше. А урон нормально так меньше. Он тоже чуть-чуть. Вообще, я пока с топором бы остался. А, я не могу починить, мне нужно осколки титана. Это тоже, да, не могу, не понял. А прикинь, мне нужно нажимать ПКМ и назад вот так. А, подожди, починить. Ничего не могу починить. Закалить. У меня ничего из этого нету. Тоже ничего за этого нет.
ладно. Осторожно там. Я ничего не могу сделать. С моим оружием достойно. И мне даже оружие не дал никакой чел, блять. Что за этот? А, подожди, вот тут наш выход, не? А, нет. Я пока не знаю, где мне выходить на улицу. Очень рада нашему знакомству, Пепел. Почему? У меня Иван зовут. Служанка при храме. Зола, 2004. Оружие, броня, утварь и чары. У меня полно мелочей, которые облегчат жизнь. А я ничего не смог там купить вроде. И да, я нежить, но я не так щедра, чтобы раздавать барахло даром. Мне не нравится, что субтитры отличаются от того, что говорят. Их мне. Да, вот это... Тебе не привыкать, да. Очень режет вот это вот. Тут либо надо субтитры отключать, либо озвучку менять. Не, лучше субтитры отключу. А где они, где их включить? А, это, наверное, в меню, да, надо все делать? 37 минут играю, кстати, хотя запись идет 46. Обман. А, какая глобальная игра, осуждаю. Субтитры, во, субтитры отключить. Да, выключу. Но мне, наверное, надо наверх куда-то. Я пришел вроде оттуда. Давай сюда пойдем. Тут какой-то трон. Но смотри, вот реально бесит. Я поворачиваю направо камеру. Ну, не этот. Короче, иду направо, у меня камера поворачивается. Хотя мышку не трогаю. Прям бесит. Хранитель бездны. А теперь, когда слышу бездны слово, мне Геншином ассоциируется вот это вот. Как от этого избавиться? Ну, тут ничего нельзя сделать. Олдрик, святой покровитель глубин. Угу. Может, это типа босса? Которых мне нужно будет бить. Сейчас сюда летим. Ох, ё-моё. Так, алё, это я пришел туда же, где я был, не? Бля, я запутался. Вот, вот для таких, как я, нужна карта в игре. Мини-карта. Вот это вот все. Я вообще не шарю в этом. Я очень легко заблуждаюсь. Что за слово такое? Подожди, я там. Что там за вход вообще? Не, это просто подняться. Так, ладно, давай еще раз посмотрю, куда тут можно подняться. Можно подняться как будто бы вот сюда, это еще выше. То есть налево там, куда я пришел. Ну, тут подсказка по дороге, значит, я правильно иду. Костер винет вас к Лотрику. Ладно. Потерял хп. Так и чё, ну а... А как мне выйти отсюда? Куда мне идти? Я пришел отсюда. Я вообще выходов не вижу отсюда. Что это, подвалы? Выше я пробежался, просто вниз упал. На левую сторону вроде нельзя подняться. А все. Может, мне нужно подойти поговорить еще с вот той женщиной. Я ее реплику не дослушал просто. А вот сюда? А, бля, ну я... Ну, потому что напишите сверху, ставьте меч в костер. Почему я это должен сам знать? Я чё? Добро пожаловать к костру, Пепел. Я. Я опять её не дослушал. Добро пожаловать к костру, Пепел.
Я хранительница огня. Мой долг — беречь пламя. Я помогу тебе. Повелители покинули свои троны, и их нужно вернуть. Я хочу писать очень. Поэтому я на твоей стороне. Да говори, пожалуйста, уже. О! Очень хорошо. Тогда прикоснись ко тьме внутри меня. Я бы прикоснулся. Позволь неприкаянным душам напитать тебя. Ух, ё-моё, так. Уровень 7. Души 7600. Нужно душ 700. Жизненная сила. А, это я повышаю статы, да? А, стой, это... Не понял. А это типа у меня останется столько душ, просто оно красным светится, как будто у меня нету. Прям на здоровье как будто надо повышать, не? Как будто здоровье надо повышать, сори. 4000 душ я потрачу на здоровье, да? Учетность, что учетность дает? А это не выносливость, это этот магия, наверное. Вот выносливость бы я тоже повысил бы. Позволь. Ну да, тут здоровье, стамина, больше ничего не нужно. Физическая мощь. Урон ей так, в принципе, нормально наношу, да? Может, реально стамину качнуть? Жди, она так мало качается. А, так у меня еще как будто прокачивается урон еще. Подожди, еще раз. Удача, что мне дает? 8 предметов. Нахуй не надо. Это понятно, ладно. Интеллект качать, но это бред. Типа, зачем интеллект нужен, когда у тебя топор такой большой, правильно? Сила. Не знаю, но у меня пока нормально все с этим. Я надеюсь, что я не зря въебал души. Но что мне реально? Мне только здоровье и стамину пока сейчас нужно. Прощай, ебать, у меня хп, не? Светит пламя твой путь. Что-то я, похоже, перекачал хп свой. А мне сюда нужно? Слышишь, этот, ты шаришь же, наверное, нос? Мне сюда нужно тэпнуться? Потому что я не могу выйти отсюда никуда. А, ну, кстати, да. Я проебал бы души все равно. Лучше их тратить. Треугольный щит. Обычный лишний щит. Ладно. Не-не-не, я сам найду, если не надо мне подсказывать. Если там... Не, вот это вот, кстати... Дрочь с тем, что надо. Вот ты там что-то по стенам ходил, пил 10 раз. Не надо пока. Все, я сейчас приду. Мне вот, кстати, не очень нравится, что у меня вот тут вот щель.
А, я смог ультабнуться, это я в касцене не мог. Так, давай вот так подвинем. Все? Все, но есть микрочель, сука. Из-за того, что у меня вебка, видишь, округленная по бокам. Есть проблемка с этим. Так, все. Кайф. Так, я тэпнулся сюда, чтобы выйти вот тут. Подожди, это костер? Подожди, я реально просто тэпнулся в какое-то место, ладно. Где пламен хп? Высокая стена лодки. Вот это можно ломать? У меня очень мало стамины, как будто. Я хочу стамины, чтобы было как хп. Тогда вообще кайф. Похоже ли это место, что тут будет микрофайт какой-то? Ладно, не похоже. Но я хочу крушить все. А чё? Вдруг тут души упадут. Я слышу охи, охи, аха. Это где? Тут? Ага, понял. Кстати, я вот эти вот не бил ящики. Вот смотри, тут точно души будут. Ладно. А зачем мне тогда дают возможность разбрать ящики, если с них ничего не падает? Вот это могу? Могу. Так. Что это? Как-то странно в углу это выглядит. А-а-а. Кстати, а возможно реально, если удачу прокачать, то будет норм. Ой. Тихо. Все убери. А чё они так отлетают? Из-за топора, что ли? Там ебать как далеко и сильно. Блять. А ни с кого души не упало, сука, обидно. А вот это как будто микробосс, да? По типу вот той собаки ледяной. Но я его обоссу, смотри, с первого раза. А ну ладно, он ушел. Да сука, кто там ему саппортит? Ну, ебать, он замахивается долго. Я думал, что я уже от него отскакиваю. Ну, много хп на нем потерял. Стыдно. Подожди. А у меня хп уходит, когда вот горючий? Да вроде нет. Души не упадут. А можно прочитать инфу, сколько хилки мне восстанавливают хп? Чтоб я понимал, в какой момент хилится. Так, численная сила 19. А? Наполняет S, самый кастрал. Так. Расходами. А, или нет, стой. А как понять мне, сколько она восстанавливает? Когда у меня те хп были, там оно восстанавливало около половины. Ладно. Тут такое ощущение, что нужно как-то поджечь все вот эти свечки, и тебе дадут супер меч, блядь, да? Это нужно за мага, значит, наверное, не меч, а посох какой-то. Так, я могу дальше пройти, а могу вниз спуститься. Как будто я лучше вниз сначала спущусь. Я потом не вернусь сюда.
опасность не надо. Еще один такой же. Но сейчас ему никто саппортить не будет. Ну, блин. Тут микронлаг какой-то произошел. Алло, блин. Сколько ты хп мне восстанавливаешь? Ты че вообще? А какой от нее смысл? Она мне восстанавливает меньше трети, как будто. Вот что ты думал, убил уже? Подожди, я вкачал с 540 до 712. То есть я вкачал, ну, плюс там процентов 30, да, или сколько, не 30. Или 30. Ну, короче, около 30% я вкачал, но... Ладно. Мне сейчас желательно до нового костра дойти и поспать там. А это ты, сиплый, тут сидел? Мне что-то не дают души, когда их убиваю. Какой смысл тогда их убивать? Не-не, я думал, у меня хилка больше хп восстанавливает. Ну хотя бы, блять, я не знаю, там... А есть такое ощущение, что мне пизда примерно вот сейчас была? Я лучше их убью, а то... Вдруг они резко на меня полезут. Я вроде добрич, но... А лук? Наберешь. Ладно. Выглядело так, как будто можно было разбить. Но естественно, чел не может тут подняться. Блин, бедный. Подожди, так тут... Пройти некуда. Ну, мне реально чел... Так, нет, ну... Же реально тут пройти нельзя. Ну, нереалистично. Ну, тут прям, я не знаю, тут шаг один сделать надо. Там выглядит, как будто какая-то дверь. Пройти нельзя. Слушай, блин, вот... Я вот этого и боялся в этой игре, что я буду просто не понимать, куда мне идти из-за того, что у меня нету... цели в игре. И стрелки, куда нужно идти. А я казуал, я в скобках написал. Так, а что это тут светится? Странно. Но тут... Подожди, я сюда ходил. Да. Тут заперто с другой стороны. Так, все. Невозможно игру пройти. Некуда идти. Давай еще раз туда наверх поднимусь. Я не буду у костра отдыхать, а то все челы снова заспавнятся. Оп, да, не, я не прошу сейчас. А-а-а. Я сюда не ходил, сори. Я думал, он сдох уже что-то. Ну, сори, чел, вы выглядите как монстры, которых нужно этот... Ебать, куда у меня таргет встал? Охуеть ты мне дал во время переката. Сука, у меня камера развернулась. А, это то, что я таргет, наверное, тыкнул. Развернулась, как будто на геймпаде. Я восстанавливаю буквально 1/5 часть, это очень мало. Yeah.
Не, ну они на меня нападут потом просто в каком-то моменте, и все, я обосрусь из-за этого. А что это было? Я, кстати, ни разу сильную атаку не пробовал. Давай попробуем. А, она очень много стамины жрет. А, на них даже таргет не цепляется. Ну, блин, ну, сори. Надеюсь, из-за этого плохой концовки не будет. Это живая хуйня вообще или нет? Она не дышит, как минимум. Не, они реально могут на меня в моменте напасть, сори. Это для безопасности дело, не потому что мне нравится кромсать. У этого чела меч был, он готов был меня пиздить сейчас. Охуеть. Давай, блять, оттисни еще от этих типов, камон. А ты уже умер, господи, у тебя опа нет. Лоба, братья, а? Бомба. Ну ты скажи, что мне не надо было их убивать, я бомба залутал. Да нельзя прыгать. Ничего нету. Мне нужен новый костер. Но если игра дает возможность их убить, возможно, они немерные. Шипит наверху. Да, у меня нет хилок, у меня это меч. Бля, мне нужен костер новый. Помочь срочно. Бинокль. Серьезно, мне не сюда? Почему у меня везде тупики? Вот куда я не пойду? Везде тупик. А что это он? А, это у меня состояние топора, типа, процентов 10-20 сломано. Но мне нужен костер, чтобы я мог восполнить хп и хилки. Потому что если я сейчас пойду туда восполню, то типы возродятся ровно снова все. Это хуйня же. А, вон я вижу типов. Но мне нужно как-то туда спуститься. Бля, я уже подумал, нифига себе, гений. Чё, мне реально сюда? А, у меня хп нету. Да, но если тут откисну, это будет, конечно, кринж. Да нет, 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 ну что у вас было это? Нормально. Бля, нужен костер, игра, молю, пожалуйста. Бомба. Бля, походу мне надо бомбами, да, кидать что-то. Какие-то завалы. Но я не вижу пока мест, где точно нужна бомба. Ага, это я тут. Что это за место вообще? Бля, низ. Здесь был проход вниз. Не было такого, не верю. Дайте хп, молю. Ощущение, что у меня реально костра тут не будет. Я чисто на лоу хп сейчас хожу.
Я боюсь, чтобы кто-то сбоку не напал, потому что меня могут прямо убить за раз. Бля, их там очень много, я ж по-любому хоть одну тычку-то получу. Это душа была. Ну все, крестьянин с копьем, блядь, а что ты ему сделаешь? Да боже мой! Я хочу его убить, чтобы он не отлетал. Алло, можно мне пробел нажать? Да, может мне нужно, типа, ногой? Чё, сын, блядь? А сухня ли он похитился? Ну, блядь, только мне так можно. Ну, пожалуйста. Да, с него даже души не упало. Я сначала тут почекаю. Там как будто что-то большое. О, ну он меня саппортнул нормально. Ладно, я наверх не пойду, наверное. Тихо, нет. Бля, их очень много, я ж полю... Бля, ну... А, нет, он мне помогает. Подожди, так я умру от дракона 100%. Я ж не знаю тайминг. Я ж не знаю тайминг. Бля, а с какой... Откуда я сейчас начну, бля? Сколько мне нужно этот пиздец? Меня бесит, когда очень много врагов по дороге. Вот я реально, ну, я буквально 30 врагов убил. И сейчас мне опять этих 30 врагов идти убивать. Ну что, шутите, что ли? Мне кажется, после 10 врагов уже костер должен быть. Как вот тут был чел, я помню. Я все души въебал. Не, ну я, блин, ну я... Что, мне реально идти всех по новой вот так убивать? Собак? Не, в пизду, давай я сразу туда пойду. Ну это хуйня какая-то, реально. Не, разраб тут долбоеб, сори. Типа, я официально заявляю. 30 врагов убить и без костра. Ну типа, все нормально. Поэтому я буду просто сюда спускаться и все. Что, блядь? Вы умеете по лестницам лазить еще? Вот это, блядь, баланс. Нормально, блядь. Ладно, все равно у меня получится сейчас. Да, господи. А у меня же там потерянные души, да, какие-то еще. Ну, вижу. Но мне опять нужно по-хорошему вот этого зафокусить. Нормально. На... Там есть еще какие-то кармашики или что-то такое? Я не вижу этого как бы. Я хотя бы души вернул. А он ваншотнет, наверное, хп мэй, не? Чё он так долго не атакует? Бля, как это выучить, в смысле? Он у него рандомные атаки. Он сейчас секунд 15 не дышит почему. Вот сейчас нужно бежать как будто.
Я жадный. О, штаны, а может быть они лучше у меня? А, тут паузы нету, я понял, интересно. Боже мой, что так? Ебать, это какой-то супер крутой рыцарь. Сколько у тебя хп, блять, алё? А, ладно, нормально. Просто не регал по нему. Нет. А у него когда-нибудь атаки вообще кончатся, блять, или нет? Алё, у тебя хп уже нету. Ты ещё же умер, у тебя хп нету. Я не знаю, у чела нету хп, блять, он меня бьет почему-то. Ой, ебать, сколько я въебал. Бля, ну вот если вы мне сейчас костер не дадите, то я не знаю, что с вами сделаю. Дайте мне костер, я вас молю. Пожалуйста. Ну дайте, ну господи, реально, сколько мне, блядь, костра этого ждать? Он хотел внезапно на меня, типа, напасть, что я не увижу. Ну видишь, я хп качал, я по-умному поступил. Ты на силу качал. Это тоже хорошо. Но это хорошо, когда ты уверен, что по тебе попадать не будут. Че, зачем ты дойдешь, тебе же дракону? Игра же легкая, не нравится. Не славится сложность. А что за сообщение? Какие именно? Правда, то, что мне к дракону? Так, я там не вижу сейва наверху, поэтому я и не иду туда. Я пройду тут лучше. Может, сейчас обхитрю и со спины зайду к нему. Подожди, это... Где я, блядь, вообще? Я подумал, что я вернулся на то же место, но то же место, но он там. Я не думаю, что мне надо подходить к дракону и пиздиться с ним. Чё? О, осколок Титаника. Как будто, блядь, я знаю, что это, да? А, подожди, так я не отдохнул. Ура! Блять, назад. А кого? От Аника, Титаник. Нафиг мне вот это стр... Подожди, я же лук находил тоже. Так, смотри, давай посмотрим. Стой, не давай не посмотрим. А где лут, который я находил? Подожди. Я какие-то штаны находил какого-то лоха. А это снаряжение? Блять, серьезно. Ебать, вот инвентарь. Я понял. Так, бомбы. Ну, я не знаю, мне как будто я не хочу даже их юзать. Лишь не нужно. Душа с танков. Торный кристалл. Пинок. Душе не будет, что это. О, титановая чешуя. А, укрепить оружие из душ. Да плюс 4. А, вот осколок титаника. Укрепить оружие. Оно просто выглядело как семя, а в секира семя это плюс этому. Килки. Так, я тут поднялся, иначе мне, наверное, куда-то... Тут спуститься, посмотреть. Но тут ничего нету. Да, блядь, ну какой в пятом классе? Мальцы. Он
Вот это вот, кстати, нечестно, что он по мне нас, я считаю. Подожди, а где мне посмотреть вот это вот? Я просто хочу зачекать бомбу. Вот бомба. Оставить изум, уничтожить, оставить, использовать. Че, реально, блять, у меня вот так бомба должна использоваться? Так, не иди сюда, я тебя молю. Лови. А, лох, блин. Что так игроков нарвет, как будто сейчас на меня атаковать будет? Ну, блин, ну, я в ахуе. Зачем я с ним файтился второй раз? Короче, я иду на костер и просто его прохожу мимо. Мне оно нафиг не нужно. Че я пропустил? Я что-то пропустил? О, Таника титановая. Или вы про то, что я плохо прочитал это? Вот это кайф вообще. Разрубать все. Это игра просто, где ты ходишь, боссов убиваешь, вот. И все. Я не знаю, как это. Ну тут, наверное, есть какой-то сюжет, но в этих всяких фэнтези-играх не скажу, что сюжет какой-то прям красивый, хороший. Подожди, а мне вниз надо спускаться? Ну видишь, тебе не повезло, тебе заставили бомжа брать. Бомжи берут только какие-то хардкорщики, понимаешь? Которые не первый раз игру проходят. Но тебя заставили. А я тут? Я тут не был же. А, типа металлический нож? А, так кипать у меня тут в слотах может всего быть. Давай нож кинем. А ну, как-то будет. А, он тоже кидает мне ТТ, понял. Я лучше на хилку переключусь обратно. Он бомбы кидает этих. Раз. С него ничего не упало. Так, я не знаю, но как мне? Мне нужно... Старги там типа кидать эти штуки, так мне нужно очень близко подходить, я пизды тогда получу. О, это как меч, как будто какой-то крутой. Я посмотрю. Он сломанный типа или что это значит? X. А, характеристики требуются, ебать, это ж как в этих ебаных, как называется? Action RPG. Так, жизненная сила. Так, прочность, физические 45, тут 35. А, так тут ебать, тут смотри, тут потребление выносливости. Хотя там написано расход, окей, блять, а это не выносливость. Типа намного меньше. За, возможно, я бы меч даже лучше взял. Но его нельзя использовать, потому что мне нужно очнуться для него. Вот. Но меня пока оно устраивает.
Я если где-то проебусь, я проебусь, потому что я еблан. Вот. И потому что оружие слабое. А сколько вообще играю? Сейчас 26 я играю. Что, Дензис, ты сегодня... Можем Шарлотту сегодня посмотреть. При серии. А, заперт. Но у меня не... У меня потери кадров нету. Больше, ну, типа... Игра не фризит у меня. А зачем я сюда пришел, если у меня ключа нету? Нельзя. Вот тут странно, что дверь типа, не взаимодействует никак. Тоже нельзя нажать. Бля, вот этот щит красивее, чем у меня. А хотя не у меня. Подожди, я как будто викинг. Это вообще кайф. Вообще что-то не увидел, тут ключ где-то висит. Это я спустился сюда, если что. Дверь эту я не чекал, наверное. Или чекал. Блять, все заперто. Ну заебало вот это вот ходить и не знать, что тебе нужно, если честно. Меня прямо раздражает такое. Она мне цели не дает. Я тут не был. Ох, ебать, тихо. Да, блядь, хватит прыгать. Почему этот чел не умер? Я думал, что он сдох уже. Так, ладно, да, мне сюда. Я просто думал, то выход там, где я был уже. Что там был похожий такой. Же, это реально игра такая легкая, или я просто выбрал самого легкого персонажа? Что, блядь? Это из-за меня, блядь, что? А-а-а. Давай, молю. Неудобно тут сражаться. Да тихо там. А боже мой, а как я мог знать, что он оттуда ж может попасть? Понял, ну я, видимо, давно не умирал. Как помнишь, что атаку на меня? А, то есть я умер, он. Класс. Ай. Ну тут в момент... Ну я потише сделаю, там какой-то экшен надо потише сделать. Подожди, а где это я сейчас вообще? Ну так, давай. Бля, ну я очень далеко. Я помню, я спустился просто, и ладно, не очень далеко. Да, блядь, сколько ты кидать больше? Ай, ну тут прикольно так светит. То есть я спустился просто. Я опять души все проебал, кстати.
Наверное, кстати, ошибка была его бить бомбой, как будто. Я забыл вообще про этого типа. Хотя даже двое тут было, не? Ладно. Надо сначала души собрать. Бля, я такой попуск. Души нету. Так, надо собрать свою душу. Я пробую без гранат сейчас. Пока он будет превращаться, я хоть ему хп сниму. А, он сразу превращается, ладно. Хотя мы хп. Вот у него как будто атаки вообще рандомные, блять. Я не знаю, как их выучить. Я если что, я постоянно жал R-ку, просто из-за, видимо, за анимации. Я никак не пил, блять, эту хуйню. Ладно. О, нет, такого нет. А, не так далеко идти хотя бы. Меня это радует. Ну, как будто лучше, кстати, как я сделал вначале с гранатой. Но еще хп бы не потерять на вот этих типах первых. Ебать, я думал, он заглался на меня. Бля, душу жалко потерять так-то. Наконец-то умираю, да? А подходить бить вот этих? Нормально. Короче, я лучше бомбой буду его, это. Что-то так в падении полное говно как будто. Ну бей, господи, почему так долго? А, так, давай пробуем бомбой его опять. Но тут, понимаешь, проблема? Тут очень тяжело... Место очень тяжелое. Ну типа я вообще не понимаю, что происходит из-за того, что я, блядь, под наклоном берусь. Ну вот, блядь, как он мне атаку нес? Я даже не вижу нихуя. Я себя не вижу, ничего не вижу. Там он в DS1, блядь, где я дропнул игру на скелетах, там лестница была, и я из-за лестницы тоже, можно сказать, скипнул. Но я тут не дропну никак. Один удар типа остается, блядь. Ой. Ну очень удобно, я реально ничего не вижу. Я дерусь, я не вижу себя, я не вижу, как чел атаковать собирается. Как будто на полном рандоме атакует. То есть тут просто именно неудобный файт. Он не сложный, он неудобный очень. Я его пробегал просто, не, ну... Ну схуяли... Ай... Ну это пиздец, ну как он мне вообще урон наносил? Я подходил, блядь, бью два раза, как обычно. Ну вот, бью два раза. И там же самое так же подошел. Но чел решил, блядь, почему-то суперменом быть. Так, все. А не, его можно убить, я ему два раза, ну из трех трайв я ему два раза оставлял лоу.
типа... Душ нету. Мне понравилось, блядь, как я сквозь него бью. Мы спускаться будем, блядь, или... Чел. Ой, иди нахуй, короче. Попробуй только мне сейчас в спину прийти. Блять, он реально бы мне в спину пришел, кстати. Да, прыгни. Как будто лучше реально кинуть бамбу. Собрать свои души. Вернуться на хилку. Прям тут очень неудобно файтиться. Прям, ну реально же очень неудобно. Это факт. Я нихуя не вижу. Ну и чё, почему я его сейчас убил прям легко? Ничего не понял. Просто по мне не регало сейчас и всё. Не, этот... Ну прям смотри, тут, ну как реально тут нормально сражаться? У тебя ровная поверхность? Примерно ровная, хотя она тоже под наклоном. Это только вот тут всё. Ладно, нормально. Но он не возродится, по идее. Хотя вот тут рыцарь возродился. Странно. Тут же возражаются только обычные крипы. А боссы и мини-боссы не должны возражаться. Этот чел был как будто мини-боссом. Я на нем умер больше раз, чем на вот том втором. Который, ну, который именно вот прям босс один только. Да. А помнишь, что я сказал сегодня? Я когда вот к тому боссу шел, я рыцарь воин. Я воин. Воин. Рыцарь там он в железных доспехах, а это воин, он как будто этот... Викинг какой-то. Короче, я сказал, что я хочу хотя бы убить первого босса сегодня за стрим. Ебать, я далеко прошел так-то. Как будто. Я думаю, мы 2 часа поиграем сегодня. Это как ознакомительный чисто такой стримчик. Ну, пока я могу сказать, что эта игра в 1000, блядь, раз примерно лучше, наверное, чем Dark Souls 1. Ебать. Но с этим типом будут проблемы, кстати. Может, лучше выпить? А если я выпил, блядь? Мне иначе не очень нравится тут. То, что здесь только... Алло, блядь, ты мне дашь тебе последний раз ударить? Короче, мне не нравится тут только то, что у тебя ворот большой есть, понял? А в Ведьмаке мне что вот в Ведьмаке нравится? Там ты можешь на пробел также вот так вот перекатываться, но также ты на альт можешь чуть-чуть. Вот, то есть вот так вот отходить чуть-чуть, понял? То есть от ударов. Короче, такой микро-дэш, вот. И вот-вот не хватает здесь микро-дэшей. То есть... Перекаты нужны от больших боссов, а микродэши от обычных крипчиков вот таких вот. Давай этого пиздану. Найс, блядь. Сейчас 500 душ, кстати. Блин, я бы как будто в стамину бы качался. Так, стой, я могу наверх туда подняться? Подожди, я спустил. Бля, я забыл. А, вот, я отсюда пришел. Нет, я не отсюда пришел, тут крип.
Да. Вот это неплохо было, кстати. Я видел торчащую голову, но не думал, что это враг был. Не знаю, мне кажется, вообще неинтересно в такую... Почитай после игры все. Магия как будто ж неинтересна, не? Я же правильно понимаю, вот крип стоит издалека, и ты просто в него пуляешь магией. Понятное дело, ты меньше урона наносишь, типа тебе много больше раз попасть надо. Но как будто ж не так интересно. Но тут ничего нету. А я, возможно, кстати, был там. Но не факт. Но она нормальная, да. Ну, то есть там в Elden Ring еще круче, конечно. Но у меня вообще глаз не режет, все норм. Ну, первый Dark Souls, он тоже, не сказать, что прям супер говна выглядел. Но там ремастер Dark Souls был. Чё, блядь, я хотел разбить, а в итоге талисман какой-то нашел. Какую инфу? Посмотреть, почитать. Я забуду, да. Но у меня реально с памятью хуйня, ну сори. У меня такая тема, рассказываю, кстати. Мне бывает надо что-то запомнить. Я это записываю. И когда я это записываю, я не забываю. Вот как это объяснить? А у меня хилок же нету. Ё-моё, это плохо. Я не хотел падать вниз. А, да? Ой. Вот зеленый цвет. Бля, ну там просто я... Ну, там ошибка была, там не то, что забыл. Я просто проговорил какую-то не такую цифру. В моменте. Подожди, тут собака? Две собаки. Так я умру, наверное, не? А сука, ты можешь выйти нормально? Я хочу проверить, ножи летают или нет. И сколько урон наносит. Ну, в собаку хоть. О, он вперед проходит, когда кидает. А, ну в этого вообще нет смысла кого-то кидать. Очень мало урона. Я тебя вообще не видел. Блять, я вообще не видел вот этого. Их двое даже тут. Ладно. Так, алло, мне опять вот... Я опять прошел ебать сколько всего, и мне игра не дает костер. Просто мало костров, мало костров, мало костров, мало костров. Нужно костры через 10 врагов. Я ебал каждый раз одно и то же проходить. Это похоже, знаешь, на что? На вот эту вот ебучую игру, которую я надеюсь забыть поскорее. Ты понял, про какую? Ну это... Я опять от него пизды зачем? Я не понимаю, почему я от него пизды получаю. Я же до этого не получал ни разу. Я пойду лучше... Это бред. Этот... вот эта вот ебаная метель тоже, она душная. Она не сложная, она душная именно. И вот этот момент, то, что костров так мало, для меня это духота. А боже, я опять не тот тыкаю. А?
Я ж надеюсь, не будет того типа опять, потому что, ну, это, бля... Ебать, а у меня еще там души выпали 6 тысяч, да, или сколько? Ебать. Не, если там опять вот этот чел заспавнится, то это странно будет. У него много хп именно. Он не должен спавниться, как... это ж как мини-босс. Но я не знаю, я пока не вижу его там. Короче, мне нужен меч, потому что у топор хоть и хорошо урон наносит, но у него атаки длинные. То есть, как будто сбивать атаки мечом лучше будет. Бля, ну я не верю, что тут чела этого опять бить надо будет. Ну это ж типа бред будет. Не, это бред, не-не-не. Я его не собираюсь бить второй раз. Я, блядь, на нем три раза умер, чтобы что? Что, опять его бить? А я сюда, да, не заходил? А, не, я зашел сюда. Там был большой рыцарь. Вот я бы, реально, я бы с кайфом пиздил бы всех врагов. Но если бы они вот так... Да господи. Он тут был. Но их слишком много нужно убить просто, поэтому я и не делаю этого. Здорово. Ай. Да боже мой, я не могу его просто, у меня так не срабатывает, потому что стамины нету или что? Что это за атаки у него, я не могу понять. Я не могу запомнить никак. Что, говоришь, не умри? А, мне... Кстати, реально, я ж души проебу все 7000. Ебать, я все 7000 душ проебу, если сейчас умру. По дороге туда. Охуеть. Ладно, главное просто жить. Слушай, а я туда вообще иду? А я туда вообще иду? Да, да, все, туда. Только я, бля, с другой стороны, да, кот пришел? А как я вообще с этой стороны пришел? Ничего не понял. Кстати, Dark Souls из таких сундуков могут вылезать монстры. Вылезет сейчас или нет? Не, нормально. Я один раз еще ударил. Ну смотри, у меня сейчас две хилки, тогда у меня хилок не было и было хп мало. Блять, опять писить хочу, сори. Подожди, они меня не убьют? Я реально очень хочу писать. Я приду.
Ну, игра страшная, понимаешь? Поэтому я писаюсь от нее. Короче, мне главное душу сейчас забрать, потому что умереть, не забрав душу, это равно проебать все. Правильно? Блять, а как мне их забрать? Я еще сдох так неприятно, сука. Блин, а как это? Как бы вот реально, а как это сделать? Может, забайтить кого-то? Лучше собаку, кстати, вообще. Ой. Я не знал, что она так быстро заатакует. Хорошо, нужно, короче, батить потихонечку всех каких-то типов. То есть умом отыгрывать. Охуеть. Чел буквально с двух ног улетел. А как ты атакуешь? Блять. Какие мои шансы? А, ты писал, не умри. Так, стой. Они только 1-2 были в этой... В этой. Все понял. Короче, я подхожу, забираю души. А там уже поебать. Хорошо. Да, боже мой, я хочу отпрыгнуть. А. Видел, видел? Он префом ударил. Он ударил в правую часть, куда я прыгал. Блять. А две собаки было, кстати, если что. Ладно, ББ спать. Спасибо, что был. Большое. Я, кстати, до следующего костра дохожу, если что, и все. Что вот, я говорю, два часика планирую. Давля, так ты, мы будем смотреть этот Нану? Нану. Ну, я вот, я с той стороны пришел как-то просто в тот раз. Не понял как. Тогда Шарлот посмотрим. У меня нету, если чё, хилок. Я могу сюда вниз спуститься, а могу тут. Как будто надо сначала тут чекнуть. Костер дай. Костра нету. Но это же босс, да, скорее всего, это прям босс. Перед ним должен быть костер обязательно. Ключ от камеры. От какой камеры? Я столько их нашел. Или это может к любой камере подойти? Погоди, так... О. Какой-то ресурс важный. Я вообще как будто, ну... Должен уже найти место, где я буду... Могу чуть-чуть подкачать себя. Потому что я уже нашел какие-то осколки и прочее дерьмо, которое мне нужно для улучшений. Подожди, так тут нигде спуститься, ну, тут нигде нельзя пройти больше. А у меня еще и фляга. А почему это не костер, сука? Так, давай еще раз прочекаю там, может быть там где-то еще один спуск есть? Я просто его не увидел. Разожги, вот-вот я, камин, в чем мне костер? А, ну... Тут реально только к нему падать, или не, это хуйня полная.
Так, подожди, не, я ж не могу тут умереть, это, ну, это будет сюр. Смотри, он ходит по кругу, то есть я могу дождаться момента. Но чтобы дождаться момента, мне нужно понять, куда мне бежать, правильно? Я его не убью с пол хп, без фляг. Я просто думаю, мне бежать вот туда надо? Или вот туда? Попробую налево сначала. Надо, когда он вот тут будет. У меня хп мало, я сейчас прыгнул, потерял много. Ну вот как ты мне урон нанес, ну блин. У меня, кстати, хп мало. Молю, дайте костер, разработчики, ну так нельзя. Так куда я поднимаюсь? Просто за душами. Бля, но если я умру сейчас, это будет прям вообще бред. Мне костер нужен. Тут враг. Возможно, не один. Да, если я от него сейчас умру, то это пиздец будет. А, да, я понял. Какой же сын бляди разрав, какой же сын бляди. Какой же сын бляди, какой же сын бляди, это просто пиздец. Ты понимаешь, мне костера не дают уже, блядь, минут 40 игры, наверное, как не больше. Ну чё за бред, блядь. Ты ж понимаешь, откуда я сейчас идти буду? Ты ж понимаешь, откуда я сейчас идти буду? Ты ж понимаешь, откуда я сейчас идти буду? Не, ну это бред вообще. Сори, вот тут вот это душка ебаная, это, ну это не сложность, это именно душка. Что, ты хочешь сказать, что next костер был там, куда я выбрал лево направо, а я пошел налево, да? Да не-не, ну просто вот это вот, ну реально 40 минут. 40 минут одно и то же, блядь, хотел сказать. Ну типа, нельзя костры так далеко друг от друга делать. Потому что это реально уже превращается не в этот... Не в какую-то, блядь, приключенческую игру, а рогалик, блядь, какой-то. Мне еще и вот этого типа спавнит постоянно. Который вон возрождаться будет на крыше, блядь. Вот это я вообще не понял этой хуйни. Это буквально мини-босс. Это не вот такой вот чел, которого нужно за 3-4 удара, и он умрет. Того надо 10 плюс было. Чё, бля, тоже? Чё, блядь, я Ведьмака играю? Я играю Ведьмака, но не на данный момент просто. Но вообще НГ плюс надо. Бля, какой-то комбо получилось, спину, видимо. Кстати, душа была на крыше в тот раз.
Вот мы будем играть по-любому в Hotline Miami. Вот там, да, там игра, нужно будет умирать. И постоянно врагов по новой бить. Но, блядь, ну не столько-то времени. Блядь, если я души свои сохраню. Вот как он мне сейчас урон нанес, я же отошел. Если я души свои сохраню. Иди нахуй. Я все в стамину буду качать. Я забыл про этого типа вообще, ну это жесть. Ну потому что, ну как можно запомнить, блять, 150 врагов где находится? Ну это же буквально, блять, невозможно. Можно пробегать. Ну а тут как ты убежишь? Вот тут как ты убежишь? Тут не убежать. Мне, кстати, еще нравится тема тут, что... Это в Секиро тоже такая хрень. Я предметы трачу. Я умираю, и у меня предметы, короче, не восполняются в том количестве, в котором они у меня были перед тем, как я умер. Понял? Вот это вот еще прикол. А где он? А где он? Я боюсь, не, я боюсь, я ж просто сейчас въебу эти. Давай хилку съем последнюю. Я ж просто въебу сейчас душу, если он сейчас появится и начнется файт, и я уйти не смогу. Вижу. А где души? Я же тут умер, не? А, вижу. Надо повыше полезться. К примеру, чел на ЦП 10к, он купил кошелек больше прошлого. Это о чем-то? Ну это, ну к чему это? Хорошо, я там скорее всего умираю, давай. А почему он ходил тогда? Так, ну я туда выше не пойду, потому что там 45 типов, и я по-любому умру. Либо прям супер лоу останусь. Мне нужен гребаный костер, чтобы сохраниться, и все. И пока закончено сегодня. Но тут еще больше крипов, миллиард. Реально мне разработчик не дает костер, блядь, перед вот этими файтами, но... Да, скажи, где костер. Мне, да, мне нужно, ну, нужна инфа, где костер. Я надеюсь, что он не вон там, вот, потому что через него проходить я боюсь. Где костер? Где костер? Большая лестница тебе направо. Вот это вот лестница, которая передо мной, вот сюда ты имеешь в виду направо, так тут направо чел. Или что?
Большая. А какая большая? В смысле, вот это вот? Имеешь в виду, мне вот туда вот пробежать как-то? Так там типов много, я шумру от них. Слушай, лестница, это лестница называется? Ступеньки называется, не? Покрутись. Тут ничего. Тут ничего. Подожди, вот эта лестница, ты имеешь в виду, большая? Так я ж умру, тут два типа с щитами, я от одного не умру. Ой, от одного умру. Я хотя бы души забрал. Ты хочешь, чтобы я вот так камеру поднял или что? Причем мне вот туда бежать, от лестницы направо ты сказал. Вот туда? Папара-папар. Хорошо, буду ловить момент тогда. Подожди, я смогу убежать от них? Прям реально пробежать их, про этот, про пробелить. Ты меня обманул? Тут ничего нету. Тут тупик. Ну, направо, я сейчас прошел же направо. От лестницы направо, вот от лестницы направо. А куда это, блядь, влево, что ли? Бля, он две атаки делает. Я на аль пытался. Ну, я молю, ну нет, я не хочу умирать. Я не могу пробел нажать, у меня стамины нету. Он две атаки делает. Сука, ну вот что, что направо, скажи мне. Ну скажи мне, я от лестницы направо пошел. Я тебе даже головой помахал этого типа. Мне туда, ты говоришь, да, я иду, тут тупик. Я тебе головой даже типа нацелился, сказал мне сюда, ты говоришь, да. Вот так вот, вот видишь, у него башка, я тебе говорю, вот мне вот сюда, ты написал, да? Что, ну, что не так? Диагонально пошел. Я зачем-то R нажал. Охуеть, так я сейчас, если сохранюсь, у меня души блядь, я без одной хилки еще. Иди нахуй. Ну да, попадаем, а что нет, когда не попадали? Стой. Если бы мне сейчас дал бы, я бы офигел. Вот это хрень еще, которая меня в спину бьет в моменте. Прикольно тоже. Могу ли я его пробежать? А ебать, ты можешь туда пройти, блядь. Не, это жесть какая-то. Я сейчас реально проебу все. О, просто сын, блядь, на разработчике. Я надеюсь, что, блядь, у него тоже... Ладно. А он прямо сюда пришел? Да в смысле? Чел ходит теперь. Ну и опять без силок, у меня пол хп, мне нужно забрать хотя бы как-то успеть. Вот я тебе сюда встал. Ты говоришь направо от лестницы, блять.
я тебе показываю, мне сюда. Ты говоришь, да, а куда там еще, подожди, а куда ты мог подумать, что я тебе сказал? Бать, моей душе, что? Вниз? Там крипы, я от них же умру. Вот, бля, ну там нет лестницы. Вниз по лестнице, то есть вот сюда вот. Выйти и вот туда направо перед выходом. Вот сейчас, если ты скажешь нет, ой, точнее да, и там не будет костра, ты скажешь, да нет, ты чё? За воротами, вот там вот справа. Перед лестницей справа. Вот как ты говорил. Хоть у меня хп нету. Мне нужно забрать еще душ и пойти. Короче, я бегу забирать, потому что тайминг хороший. А все? Мы вернулись к тому, на чем закончили, с чего начали. Посмотри, вот эти вот жучки, это что же враги? Хз как? Подожди, во-первых, я не вернусь, потому что я там спрыгнул, если что. Ну, окей, попробую вниз пойти. Нет, ну а как ты урон нанес-то? Я вниз прыгаю. Ай. Да, ну еще скажи, босс. Да вы рофлите, вы че? Да не, ну а где? Где, блядь, костер? Алло, разраб, сука, сын, блядь. Где костер? Ну это просто пиздец. Нереально, разраб не дает костер просто. Уже сколько времени, блять. Уже было два места, это третье, где я умираю, и я с одного костра и начинаю каждый раз. С одного и того же. А, так алло, тут три врага, не два. Как мне победить? Повосстановится, блять? Нет. Не, это цин, бляди, хилится еще, вы че рофлите? Ладно, я хотя бы души вернул, если умру. Уголь? Вот это вот наглость прям вообще. Хилится. Уголь тоже хилит. Я смогу сейчас в инвентарь зайти? То выносливость. Есть. Если один. Вот этот. Ебать, он мне фул хп сделал, но...
Не, смотри, хорошо, вот тут босс-файт, да? Ты говоришь, после босса костер. Но по логике вещей, перед боссом же должен быть костер. Спасибо. Нет, скажи, перед боссом же должен быть костер? Ну, логически. Даже для этой блядской игры. Что нет? Ты хочешь сказать, что мне нужно вот этот весь пиздец проходить каждый раз до этого босса доходя? Не знаю, у меня есть одна идея. Блять, они загрелись. У меня есть еще одна идея, это проверить вот проход, вот. Охуеть, он меня сразу атакует, блядь, только встал. Жадина. Нахуй. А, ладно, лестница. Ух. Но тут же костра не будет. Они меня не скинут вниз, надеюсь. Да, давайте, бейте меня, блядь, все вместе. А, это просто я туда же поднялся наверх или что? Ну, мне очень много посняли. Зачем мне уголь эту информацию? А, я понял, где это я. А, нахуй я сюда пришел. Ты имеешь в виду, у меня опять уголь съесть? Как у меня он один? А я не знаю, а как я там вернусь? Там же вот этот чел большой теперь ходит. Да, я как будто бы все равно съел уголь. Я не знаю, это может быть какая-то супер редкая тема. Почему не могу? Потому что я в этом. Я лучше вниз спущу. А почему я съесть не могу? А. Понял. Ну, давай так, я хотя бы сейчас умру, и души недалеко будут, да? Ну, я думал, что он вот пойдет вот как я иду. А здесь же не было никого. А, я их пробежал, потому что вот я и была. Если умру, то умру. Не, ну я считаю то, что это полный сюр, что столько времени нет костра. Чекпоинта. Но это ж, ну, это ж реально бред, это объективно говоря даже. Это не то, что для меня, типа, костра рядом нету, это... Охуеть. Я не знаю, этот чел просто на рандоме меня убивает каждый раз. Так нет, ну оно же должно быть, должно... Костер должен быть, ну, перед босс-файтом, как минимум, блять. А там два босса, если что, я напомню. Два. Там два босса.
То есть у меня пока предъявы к игре только потому, что нет костров. После огромного количества противников. Все. У меня тут души должны же быть, не? Я ж вот тут умер. Я же вот здесь умер. Они могли вниз упасть? Не вижу их снизу. Алло, ну у меня реально души пропали, если что. Я тут умер. Я уже хотел ебашить всех вообще. Ну, подождите, получается, если я сейчас поднимусь обратно, сохранюсь просто. Это я, блядь, сколько? Это я час игры просто туда-сюда бегал. Чисто из-за того, что разраб долбы. Только из-за этого. Только из-за этого. Вообще, я умер за 10 раз всего лишь. Это очень мало. Это очень мало, раз я умер. Чисто разраб долбы, который не спавнит костры. Все. Вверх по лестнице ты имеешь в виду? Не, в пизду, сегодня уже все. Короче, я хочу отправиться к типу и посмотреть, прокачаться. Чел, ты ведь... Ну, ты издеваешься сейчас? Ты еще видишь, их нету просто. Я прошел один файт огромный, вот этот вот на крыше. Я прошел вот этого рыцаря, плюс снизу было 150 тысяч собак. Потом я прохожу пузатого типа. Потом я прохожу рыцарей вот этих вот на огромной лестнице. Нет костра после этого. Нету. Нету, блядь. А куда я вообще отправил? А как мне отправиться к типу тому? Вот, да, мне храм огня нужен. Я вниз сбегал, нихуя там нету. Так нет, костер же он должен быть рядом. Так, погнали, прокачаемся. Ну да, я понимаю, что для большинства людей я просто ною сейчас, но я считаю, что я говорю факт. Это что за место вообще? Это я отсюда пришел. Да. Так, этот вроде снизу где-то был. Реально ты согласен, блять, приятно, что хоть кто-то согласен. Ну, я просто помню, я у этого, у Майка Джи смотрел этот, обезьяну. Ну там нормально были костры вот эти. Отрадно видеть тебя в добром здравии. Что я могу выковать для тебя сегодня? Ну, понимаешь, есть, ну, скорее всего, если я дропную игру, я дропную ее не из-за босса, а просто из-за вот этой душки. То есть, ну, с боссами интересно сражаться, я понимаю, что нужно много раз умереть, выучить и отпиздить его, все, типа, изи. Че, починить теперь могу или нет? Нет. Закалить оружие, починить, распределить эссенции, укрепить оружие. Но я хочу вот этот меч взять себе. Я понял, что топор, типа, подожди, ну, еще раз статы. Это, возможно, у меня статы сейчас еще хуже стоят. То есть физурон тут будет меньше. Ну, кстати, блядь, намного меньше. На 30 аж. А я вот это вот просмотрел. А, это по поглощение при блоке. Я понял. Я почему-то думал, что вот это урон физически показывается. Вот это не читал. Бля, ну слушай, как будто я не хочу брать. А, там еще надо вкачивать, да-да-да. Подожди, а где мои души? О, у меня щит новый. Тут поглощение лучше у меня. Так он лучше, чем у меня во всем. Нет, укреплять его не надо. Да.
Все, у меня 4 терхилки. Осторожно там. Нет. Обращайся с моим оружием. Ну, надо помедитировать. Было 4. Вопрос давай. Блять, а почему ты спрашиваешь, можно добро вопрос? Пожаловать домой. Как будто ты хочешь... Чего ты желаешь? Провокационный какой-то вопрос задать. Очень хорошо. Тогда прикоснись ко тьме внутри меня. Позволь этим неприкаянным душам напитать тебя. Фляга, в смысле? У меня фляга с эстусом, это хилка. Понял. Выносливость. Мне надо выносливость как будто реально качать. Что, мне реально все деньги в выносливость скидывать? Я бы все кинул бы в этот... ну, если хуйня, как, потратил на хуйню какую-то, сори. Вот это магия, видимо, мне она не нужна. Прощай. Ну... Побольше я стала, конечно, но... Ну так. Так, погоди. Нарушение, щит. Я ж могу этот поставить, да? Он реально ж лучше. А, вот как оно меняется. Так, вес поглощения 6. А, так у меня лучше. И так стоят. Нахуя тебе эсус для маны? А как я тебя... Я не знаю, что такое. Что это такое? Пепельная фляга с экстасом? Фляга с эстусом. Что? Нахуя мне она? Я что знаю? Наполняется эстусом у костра. Наполняется. Тоже наполняется. Восстанавливает здоровье, восстанавливает ОК. ОК, блин, это... Это для магии. Что? Что, блин, за вопрос? Объясни мне. Нахуя тебе эсус для маны? Ты намекаешь на то, что мне его как-то продать нужно или что? Уголь вообще, кстати, один только. Жаль. Совет. А чё, что мне кузнецом? Чё мне... Я ж ничего не могу у него сделать. Вообще можно... А, какая встреча. Отрадно видеть тебя в добром здравии. Что я могу выковать для тебя сегодня? Может быть, можно улучшить топор? Укрепить оружие, вот. То есть я могу за 2 титанита укрепить оружие. У меня будет плюс 17 урона. Да? Или что? Не понял. Я бы меч хотел, потому что у меча атака... Подожди, а где тут написано атака? Скорость атаки. Тут нет такого? Так, кинжал. Кинжал, кстати, это кринж какой-то. Не хочу. Оскол титанита. Это плюс 6 будет. Ну, неощутимо. Вот это что, сломанный меч? Зачем мне вообще? А, ну вот эту штуку бы я взял, но... Смотри, расход ОК. Подожди, ОК это же, блядь... А, ну я не могу сейчас посмотреть, потому что это нужно... Качку заходить к той тетке. ОК это же, блядь, это же невыносливость. Давай загуглю. А, я не могу, у меня игра не сворачивается. Ебись. Что такое, блядь, осколок... О, этот осколок, да, расход ОК. Скажи мне, это вопрос. Синяя мана. Но это же мана ж мне не нужна, я бью рукой. Мне мана не нужна. Правильно? Почему у меня там написано расход маны 12, а тут 20? Тут, кстати, что-то критический урон больше. Отмена. Мне нужно... Короче, пойдем.
Подожди, назад. Закрыть, починить. Ничего не надо. А, ты хочешь сказать, что я сейчас укрепил не ту флягу, да? Осторожно там. А зачем ты мне сказал, типа, иди кузнецу совет? А что, что я там? Ударить сильно так? Че? У меня выносливость тратится, у меня вот эта синяя ОК не тратится. Так, я в смысле, я читал. Добро пожаловать домой. Сейчас я у нее прокачаю, чтоб меч взять. Очень хорошо. Тогда прикоснись ко тьме внутри меня. Позволь этим непрекаянным душам напитать тебя. Ловкость. А, я не могу. Понял. Я не могу, прикинь. Ловкость повысить до 12. Ну заебись. Я просто думал, там из-за того, что я не улучшал, оно дешевле будет. Мой брат сейчас спамишь вот этим вот. Посмотри все, прочитай все, что он может тебе предложить. Встреча. Отрадно видеть тебя в добром здравии. Для тебя читаю. Сегодня. Укрепить снаряжение, закалить снаряжение, починить, распределить, укрепить флягу, говорить, оставить. Что? Ты думаешь, это не, ну, я не читал это или что? Потом, подожди. Распределить. А, ты в этом смысле? Ну, я про это не... Ну, блядь, я про это не знал. Осторожно. Спасибо. Там. Но мне ж не нужен, получается, он. Ну все, я сохраняюсь, блин, ну вот... Короче, пизду. Короче, мы вернемся в Dark Souls 3, когда... Ну, есть порядок в ящике. Мне что-то это нужно, башня на стене, да? Нет, когда у меня будет настроение хорошее. То есть, возможно, завтра, возможно, через неделю. Вот так вот, я все сказал. Не, игра мне нравится. Мне вот единственная, говорю, проблема для меня. Ну, я говорю для меня, потому что... Может, кто-то загорится, блядь. Что нету ёбаных костров. Все. Чё, КТГ? Картинка. Души 200, 280, нужно 2350. Это хорошо. У меня нет душ. А что ты за гайд какой-то кинул? ХП. ХП. О, у меня больше всего ХП. Ну а когда не больше всего ХП? У меня на 20% больше, чем у тебя всего лишь. На 25 даже. Че, не классная модификация? Промисленная. Самой высокой силы. Может довольно быстро получить доступ к тяжелому оружию. У меня, короче, на войне надо тяжелое оружие качать. Однако плохо способен к магическим изысканиям. Ничего при... Опытные игроки. Ну, видишь, это для опытных... А что, я не прав? Должна быть на старте. Нет ничего за душой, кроме. Ага. Дает основное преимущество, связано с тем, что нищий имеет первый уровень на момент начала игры. Так ебать, ты еще ясно, ты казуал, ты еще первый уровень на начало игры. Юзал. Так, я еще раз промедитирую. Все. Вот я выйду с игры сейчас, и все нормально, да, будет? А как выйти с игры вообще? А как выйти с игры? Дальше читаю, ладно. Это означает, что получать следующий уровень будет требовать гораздо меньше душ, чем при игре за персонажа другого класса. Ну у тебя чисто, ну ты, я понял, у тебя выбор класса. Ну это хорошо, что у тебя выбор класса есть. Не, меня, кстати, в принципе, вот это вот викинг устраивает.
Еще Сагу Винланде напоминает. Охуенное аниме, 9 из 10, кстати. Вот. Для кого-то, наверное, там 6. Но ты одолел первого босса. Одолел. Ты молодец. Мне кажется, даже не с такой большой попытки. Все? А как мне реально выйти с игры? Подожди. Настройки. Выйти из игры. 18 левел у меня. Высокая стена лотерика. 2 часа 22 минуты. Все. Конец.